обратите внимание на это здание. Как вам кажется, что это такое строит? Не знаю. Я даже не знаю, что это еще не задумывалась никогда. Это будет детский сад. Да? Детские сады все такие одинаковые, а это вообще так необычно, даже неожиданно. Я думал, какой-нибудь, я не знаю. Я даже не могу вам подумать, что это. Не могла даже предположить, что это будет детский сад. А на что больше похоже, на вам кажется? На какую-нибудь платную клинику. Ну, так, в принципе, неплохо, но на детский сад не похож. Чего скажешь? Ну, как-то не знаю. А как на вас взгляд должен выглядеть детский сад? Как детский сад. Облик города такого рода здания украшают. Оказывается, не привыкли саратовцы к тому, что детский сад может быть таким, как на картинке. Кто-то видит в нем платную медклинику, кто-то офисное здание, ну а кто-то просто красивый дом. Современный детский сад на 100 мест в скором времени появится на Провианской, 23. Дошкольное учреждение возводится в рамках нацпроекта «Демография». Мне хотелось бы отметить, что мы впервые, пожалуй, строим новый сад в центральной части города. Потому что привычным стало, что ежегодно мы вводим новые учреждения, но это строящиеся микрорайоны, которые активно и бурно развиваются. Этот детский сад возводится на месте демонтированного, существующего ранее детского сада, который пришел в аварийное состояние. У нас было заключение экспертизы о необходимости его сноса. Оно отличается от всех садов других, которые мы возводим ежегодно, прежде всего потому, что он находится в исторической части города. И для того, чтобы сохранить архитектуру города, чтобы вот это новое здание гармонично туда вписалось, мы совместно с гражданпроектом, вот возникла такая идея. Поэтому гражданпроект воплотил вот эти все задумки в жизнь, и мы надеемся, что этот детский сад будет радовать глаз не только детей и родителей, которые туда придут, но и вообще всех наших жителей города Саратова. Если говорить об направленности этого детского сада, то мы сохраним компенсирующую направленность. В этом детском саду наравне со здоровыми детками будут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Из-за этого в этом саду предусмотрен и музыкальный зал современный, и зал ЛФК обязательно для того, чтобы дети, которые имеют нарушение опорно-двигательного аппарата как сопутствующее заболевание, могли также проходить облечивание. Но и прежде всего, конечно, это дети с нарушением зрения. В связи с этим у нас будет большой медицинский блок, который будет оснащен современным оборудованием. В этом детском саду будут массажные кабинеты, то есть дети могут еще и массаж получать. То есть вот такой комплексный подход мы вообще стараемся сеть комбинированных и компенсирующих детских садов на территории города сохранять. В этом году в рамках нацпроекта всего в Саратове возводится 4 новых современных детских сада, которые расширят возможность получения дошкольного образования для 400 детей. Это детские сады и пристройки в поселке Юбилейный, Новосоколовогорский, микрорайоне Авиатор и детский сад номер 3 в центре города. Стоимость контракта на строительство объекта на Провианской составила чуть больше 80 миллионов рублей. На паспорте дата сдачи значится как 4-й квартал этого года. Как говорит Лариса Ревуцкая, в феврале-марте следующего года детский сад номер 3 уже будет готов принять своих воспитанников.